сожалению, снова проиграли, но вообще у вас прогресс есть, чувствуется? Да, мы эту игру уже гораздо лучше отыграли. К сожалению, опять ничего не летело, трешка вообще не идет. Вот. Но у нас команда уже сплоченная стала, и мы собираемся, тренируемся. Так что я думаю, в следующих играх обязательно добудем победу. Тем более, что у нас придет новый игрок, вот, усиление нормальное будет. Марк Косков. Так что... Нет, еще лучше. Другой. Понятно. Как командный дух вообще? Нормально все? Командный дух супер, вот. Все отлично. Никаких проблем с этим нету. Главное, больше усилий прикладывать в каждом матче. И от этого будет зависеть победа. Ладно, молодцы. Спасибо. Не грустите.